Мои дорогие, всем огромный привет! Добро пожаловать! Новое видео. Как в старые добрые времена, сниму вам закупку, большую закупку из Lidl и расскажу, как можно сэкономить немало денег, на мой взгляд. Но это я расскажу в конце видео, когда я скажу вам, сколько все это мне обошлось, сколько все это стоило. Цены на чем-то есть, на чем-то нет, на что-то я помню цены, на что-то нет. Так что не обессудьте, сами знаете, цены меняются практически ежедневно. Поэтому раньше я всегда такие видео делала, всегда называла цены, знала их практически наизусть. Теперь это невозможно. Мясо. Взяла очень много мяса. С утра, если вы идете в Lidl или вечером иногда, мясо бывает частенько. Очень хорошие скидки, 30%. Смотрите, это килограмм куриные ножки. Стоил килограмм 4,99. Теперь уценили на 3,49 на 30%. То есть я их заморожу. А может быть, сделаю плов сегодня с них сразу. Куриные мини-стейки. Стоил 400 грамм, стоил 4,19. Теперь 2,93. То есть тоже 30% скидка. Взяла 2 упаковки до сегодняшнего дня. Но это я все буду замораживать. Булочки беру я всегда, потому что утром в понедельник, чтобы не бежать никуда в бекерайку, мы частенько жарим булочки, чтобы моим мужчинам, сынульки в школу, муж на работу, были булочки. Это динкельбрёдхен. Ньокки, 0,5 килограмма. Хлеб вельтмастер. Мне очень нравится. Муж не очень меня любит зернышками, но все равно я взяла. С нуля тоже очень любит. Бананчики, 4 штуки. Паприка была в ангиботе. Очень дешево, по-моему, по 2... По-моему, по 2 евро килограмм. Что-то такое. Огурчики. Я их обожаю. Нас все их любят. Бауэргурт. 750 грамм. 2,99. Здесь разнообразные булочки. С маком. Брецели. И обычные. Ангебот был на Берлина. Это, кто не знает, с мармеладом. Такие пончики. 3 по цене 2. Чеснок. Чеснок стоил 99 центов. Права. Протеингивиот, ну, то есть для жареного цыпленка. Я ее добавляю не только для куриного мяса. И лук. Лук был тоже в ангиботе. По-моему, по 39 центов. Продолжаем дальше. Напиток яблочный по-моему, 1,19. Ну, тоже по скидке. Не помню. 1,29. Виноград без косточек, с нуля кушать. Не только без косточек. Зеленый выглядел не очень. Хотела взять 2,29. Шупфнудлен. Свиной фарш. Взяла тоже сразу 3 упаковки, которые там были, все уцененные. Тоже заморожу, конечно же. Стоил 2,99. Теперь 2,09. И килограмм выходит по 4,18. Шинкен, 2 упаковки. Рис. Буду делать плов, уже сказала. Была в ангиботе нутелла. Большая, 750 грамм. По-моему, по 3,65. Вот такие новенькие панда Берхен. Здесь 6 штук. Я так понимаю, что они с клубничной начинкой. Были еще шоколадные. Взяла с нулем. Буду школу ложить по одной. Авокадо в ангиботе. Это связка. Я не знаю, сколько здесь, какой здесь. 700 грамм стоило 1,99. Нужно было еще активировать купон в Lidl App. Ремулады 1,79. Помесь 1,99. Здесь, по-моему, да, килограмм. Малинка по 2,49. Буду варить компот. Здесь 0,5 килограмма. И эти нарезки я взяла уже или на Рождество, или на Сильвестр. Это с фисташками, солями стоило 1,99 и 100 грамм. И вот такая вот с фенхелем, семенами фенхеля. Фенхель не очень люблю, но надеюсь, будет вкусно. Это стоило 2,29 и нарезка сырная. Продолжаем дальше. Помидорчики на развес. И тоже были недорогие. По-моему, 2,29 килограмм. По сравнению с тем, что в упаковках там 0,5 килограмма или 300 грамм стоит также. Помидоры пахнут зимой. Небывалое чудо. Хочу еще попробовать.
написано Турция. Первый раз вижу. Я не знаю, всегда зимой у нас с Нидерландов помидоры. Они дубовые, ничем не пахнут, просто водянистые. Никакого запаха и вкуса. Ну, посмотрим. Надеюсь, будет очень вкусный. Вишенка. И не было цены. Я посмотрю потом в чеке, сколько стоило. Обожаю вот такую кисло-замороженную вишню. 750 грамм здесь. Обожаю с детства. Просто здесь написано, что без сахара. Я просто размораживаю, просто так ее кушаю. Просто обожаю. Замороженные смеси. Овощные по 1,99. Если вот так быстренько на гарнир нужно, всегда у меня лежат в морозилке. Мандарины с листочками 750 грамм стоили 1,79, взяла 2. Потому что мальчишки мои очень обожают просто мандарины. 3 взяла такие вот чесночные багетки. Сынульки школ, такую куриную нарезочку. Стоит 2 евро. Это муж на работу, салями сервелат. По 1,85 по 200 грамм. И вот такую вот бешенку. Это как творожок. Стоил, смотрите, 1,65, цена на 1,15, 1,99 колбаски по типу нюрнбергских, 300 грамм мини. Бейкон стоит 1,35, по приложению стоит 99 центов, взяла 5 штук сразу на запас, срок годности у него аж до середины января. Будет еще лежать. Смотрите, взяла сэндвичный хлеб. Он фольклор. То есть цельнозерновой, не белый. Просто я не помню, когда у нас есть сэндвичница, мы делали сэндвичи, просто так захотелось сэндвичей, что просто невозможно и неимоверно. Иногда вот бывает, чего-то захочется, особенно зимой, да? Любика марципан. Я марципан не люблю, но это мне нужно для составления подарков. Сыр. На прошлой неделе была в Альди и купила сыр, но там со вкусом трюфеля был. Здесь штампельцы, белые грибы. 2,29 стоит упаковка, 195 грамм. Конечно, у нее запашок такой немножко есть, да. Кто не любит, тут как, ну, с плесенью сыр. Я хочу попробовать его. Я взяла, там было последних 4, я забрала последние до 10 января. Тоже буду делать, когда нарезку на Рождество и на Новый год. Ну и так покушаем. Это из серии новогодний делюкс. Мало чего осталось, конечно, уже у нас в Лидле. Мне надо было раньше закупаться, но ничего. И заключительная часть моей закупки. Здесь уже практически праздник к нам приходит, да, праздничный набор. Стрелялки Андрея, взрывалки, фойерверк, рыба, лосось. Опять еще одна упаковка мандаринов. Киндер-пунш, шоколад, чеснок. В общем, все практически, что нужно для праздника. Яйца десяток 1,99. М были. То обычно перед праздником всегда С. Они вообще как перепелиные яйца. 1,49. Это Медитеране салат Мишунг. Очень нравится. Пунш. Пунш, он киндер пунш. Смотрите, от Валентина даже. Он, конечно же, без алкоголя. И смотрите, без сахара и без подсластителей. Увидела случайно в Лидле. Я бы хотела поехать вообще в другие магазины искать, потому что с киндер-пуншем связана такая история. У нас в прошлом году написала учительница деткам перед, ну, последний день перед рождественскими каникулами: принесите плетьхен. Плетьхен, известно, рождественское печенье, да, может быть, кто-то не знает. Я наложила красивую дозу, мы пекли, Андрюша понес. Ну и, как всегда, ему делают теплый чай в бутылочке. Он с собой взял, что обычно они пьют, написали, что будут они файн, будут праздновать. Приходит ребенок мой такой разочарованный: мама, все принесли с собой киндер-пунш, у меня одного только киндер-пунша не было, ну и плетьхен, соответственно. Я, знаете, как думала, они будут вместе там общий стол делать или что-то, как-то нет. Каждый кушал свои плетьхен, в общем, немножко попраздновали. В этом году, я думаю, ну, у нас обязательно будет киндер-пунш, поэтому я заранее закупила, пусть будет и на праздники, и для школы. Милка была по скидке 65 центов. В Little App 59. Я взяла 10 штук разные. То Андрюша куда-то пойдет, то дети кто-то к нам придет. Придут, пускай будут на всякий случай разные карамельные. Орео любят мои дети. И такая, такие вот с орешками. Кири по 25 центов. Чеснок сухой. Одну морковку взяла также опять на плов. И взяла рыбку. Рыбка стоит, смотрите, 14,99 килограмм. Вообще она стоит, это был ангебот, она стоит вообще 19,99.
Я хочу одну засолить, опять-таки, и одну порезать, уже очистить, порезать порезанные кусочки и заморозить, потому что она, смотрите, до 19-го. А мне нужна она, я хочу сделать на Рождество еще бутерброды с малосольным лаксом, лососем. Смотрите, стоило, значит, здесь 1,4 кило, она мне вышла в 21,18 €. И здесь 1 кило 300 в 19,64 €. Две половинки сразу взяла, потому что перед праздниками никогда ее или нет, или цена заоблачная. Поэтому взяла сразу, пусть будет. И смотрите, такой стоял Aufsteller с разными уже, с настольным таким фойерверком. Я спросила, это, конечно, коробка мне больше всего понравилась, больше всего ассортимент, но и она была дорогая, конечно, не дешевая. Я считаю, что не дешевая. Это 12,99 €. Я взяла все равно с нольки. Смотрите, Zilberkreis, они вот так вот крутятся, горят. В общем, здесь много чего. 80 частей. Сейчас я увидела. Все запечатано. Вот такие вот, смотрите, здесь, может быть, кому-то, мальчишкам, кому-то они пригодятся в Лидле. Там, где даже... Горский огонь. Там, где колбасы, стоит такой огромный Aufsteller. Там разные настольные всякие вот такие вот. Вот такая моя закупка была. Сейчас я вам расскажу, сколько все это стоило. Вот мои чеки, смотрите. В общем, если я посчитаю сейчас, то в каждом, на каждом чеке я просила, чтобы останавливали, когда будет 40 евро. От 40 евро купон в Lidl App и в проспектах лидловских на 5 евро. В общем, смотрите, вот 5. Если у меня не хватило, 21 евро. Это я уже сошпарила 20 евро. Сейчас я вам подсчитаю, сколько бы стоил моя закупка. И сколько я на самом деле отдала. Потому что у меня были еще купоны. Ну, я активировала в Lidl App что-то. И сейчас я вам подсчитаю и скажу. Сэкономила я со всеми купонами Lidl App и простыми купонами с проспектов 22,80. Представьте, за одну закупку, я считаю, это очень неплохие деньги. Даже вот этот вот Андрею, практически этот фойерверк и еще что-то. Или, например, одна половинка лакса рыбы досталась мне практически бесплатно. Вот 22,80 скидка у меня была. И вся моя закупка стоила 189 евро. Стоила бы без всех купонов. Значит, соответственно, заплатила 160, ну, 28, там, округляем, 23, я заплатила 166 евро. Тоже немало, но я считаю, 22,80, 23 евро скидки, это просто шикарно и великолепно. Все, спасибо всем огромное за внимание и замечательного предпраздничного настроения. Вот такая у меня есть небольшая композиция в кухне. Мне она поднимает настроение. Предпраздничных вам замечательных дней, прекрасной погоды, прекрасного настроения. Все, всем пока!